дора баларунда готтар. Бүгін бейге хангарсығық бұд лапкы тұхынан. Тема сегодняшнего урока – магазин. Ихелле өйді хангалары. Слушайте и запоминайте слова. Лапкы. Лапкы. Магазин. Атылатчы. Атылатчы. Продавец. Атыхыт. Атыхыт. Покупатель. Аты. Аты. Продажа. Покупка. Атыла. Атыла. Продай. Атылас. Атылас. Покупать. Хына. Хына. Сына. Хыналак. Хыналак. Ценная. Дорогая вещь. Уяхын. Мяспен. Уяхын. Мяспен. Весы. Вес. Уяхыннан. Уяхыннан. Весить. Вешу. Весит. Аны оңырокут предложениеларда. А сейчас составим предложение. Лапкы арылынна. Лапка арылынна. Магазин открылся. Атылатчы эйегес. Атылатчы эйегес. Продавец вежливый. Мин балыкта атылахым. Мин балыкта атылахым. Я куплю рыбу. Ити тяхэгэна лагэй. Ити тяхэгэна лагэй. Сколько стоит это? Дорого? Дягус аты болахытар. Дягус аты болахытар. Идет распродажа вещей. Эхэ матыласта таба хэптерин. Эхэ матыласта таба хэптерин. Дедушка купил оленьи принадлежности. Атыла атыта хок пахалуста. Атыла атыта хок пахалуста. Продай, пожалуйста, подешевле. Уягынын учугайды коллерер дуа. Уягынын учугайды коллерер дуа. У вас весы правильно показывают. Бүгін бейге хаңырысты бит лапкы тұхынан. Сегодня мы поговорили о магазине. Урок бұд бүтті. Нячаскан доғыттыр. Урок закончился. До свидания, друзья!